Все мы помним классическую задачу из школьного учебника. Когда из пункта А в пункт Б выезжает автомобиль, требуется определить время, через которое он достигнет пункта назначения. В современном, быстро меняющемся мире решение этой задачи находится на принципиально новом уровне. Возросшие требования к качеству перевозки заставляют учитывать три важных показателя: надежность транспортного средства, безопасность и комфорт пассажира. К сожалению, продукция отечественного автопрома не отвечает в полной мере всем этим требованиям, а иностранные автомобили, увы, не всем по карману. Есть ли выход из этой ситуации? Есть. И формулируется он так: российский автомобиль немецкого качества. На сегодняшний день производственно-коммерческая фирма «Луидор» на базе автомобилей Volkswagen Crafter и Mercedes-Benz Sprinter разработала для своих клиентов 26 компоновок салона микроавтобуса, которые прошли испытания и получили одобрение типа транспортного средства. Все модели соответствуют российским и европейским нормам качества и безопасности, что подтверждено сертификатами. Модельный ряд составляют городские и междугородние автобусы вместимостью до 26 мест с различными вариантами компоновки посадочных мест и возможностью перевозки пассажиров стоя. Все автобусы оборудованы самыми современными пакетами безопасности, лучшими в своем классе. Для городских маршрутов предусмотрена накопительная площадка, а переезд на междугородних моделях не утомит, каким бы долгим он ни оказался. Туристические микроавтобусы повышенной комфортности предназначены для путешествий на длительные расстояния. Сиденья класса люкс, кондиционер, аудио- и видеосистемы создадут дополнительный комфорт во время поездки. Микроавтобусы специального назначения, среди которых автобус для школьников. С заниженной подножкой, специальными поручнями и удобным стеллажом для школьных портфелей. Комфортный и надежный, а самое главное – экономичный. Данная модель станет предметом гордости любой школы. Грузопассажирские автобусы. Для людей с ограниченными физическими возможностями разработаны специальные модели с микролифтом и местом крепления коляски в разложенном виде. Количество посадочных мест – 14 плюс 1. Одним из лучших автомобилей в своем классе по уровню комфорта и безопасности является офис на колесах. Во время поездки вы можете и поработать, и отдохнуть. К вашим услугам аудио- и видеосистемы, вместительный багажный отсек. Обладая высоким конструкторским потенциалом, производственно-коммерческая фирма «Луидор» может изготовить автобус на любой платформе, любой комплектации по желанию клиента. Цельнометаллические фургоны проходят процесс переоборудования в пассажирские микроавтобусы на собственном производстве фирмы «Луидор». Производственная линия состоит из 8 специализированных участков, прошедших сертификацию на международный стандарт качества ISO 9001. В работе используются только износостойкие, вандалоустойчивые и безосколочные материалы, чем достигается высокая безопасность перевозки и повышенный срок эксплуатации микроавтобусов. Прежде чем фургон в минимальной комплектации попадет на производство, он проходит полную очистку. Бесконтактная мойка производится аппаратом высокого давления фирмы «Керхер», после чего транспортное средство подвергается входящему контролю качества. Далее автомобиль поступает на участок подготовки. Здесь
происходит демонтаж деталей фургона, которые не используются для изготовления пассажирских автобусов. После удаления всего ненужного вырезаются оконные проемы для вклейки стекол и проемы для установки вентиляционного люка и фильтра вентиляционной установки. Монтируется шумо- и виброизоляция. Параллельно идет монтаж электрооборудования, а также системы кондиционирования. Электрооборудование салона защищено отдельным блоком предохранителей. Следующим этапом производства является процесс изготовления комплектующих, который происходит здесь же, в Луидоре, и включает в себя участок резки и сварки металла, участок антикоррозионных покрытий, участок изготовления панелей и участок оклейки. Рассмотрим подробнее каждый из этапов производства. На участке резки и сварки металла производятся все металлические конструкции салона автобуса. От подиумов до кронштейнов крепления багажных полок. Подиумы, подножки и ряд других автокомпонентов, требующих особой точности, изготавливаются на специально разработанных кондукторах. Это жестко-стационарное приспособление для высокоточной сварки металлоконструкций. Особо отметим, что в процессе переоборудования элементы кузова автомобиля не подвержены сварке, что позволяет избежать образования очагов коррозии. Изготовленные металлоконструкции – подиумы, усилители, поручни, подножки – вручную окрашиваются эмалью с дополнительными антикоррозионными свойствами. Участок изготовления панелей. Здесь изготавливаются все интерьерные детали – панели обивок, багажные и акустические полки. Обивки потолка, боковин, корпуса багажных полок конструируются по оригинальной технологии из композитного материала. Настил пола изготавливается из фанеры, которая отличается высокой водостойкостью. На участке оклейки производится оклейка панели обивки, багажных и акустических полок салона автобуса по специальной многоэтапной технологии. На этом этапе используется клей, изготовленный под заказ, обладающий повышенной адгезией к разным материалам. Оклейка салона автобусов, в зависимости от пожеланий заказчика, производится различными видами тканей или винили с кожей. Данная операция производства требует большого опыта, наработанных технологий, специально настроенных инструментов. Это творческая работа, которую выполняют технически грамотные специалисты, поскольку от нее зависит и красота, и долговечность салона. Итак, все комплектующие готовы. Впереди участок доработки. На нем производится окончательная сборка автобусов. Участок доработки автомобилей состоит из 12 постов сборки. На выходе из каждого поста мастер ОТК производит поэтапный контроль качества. При сборке используется только профессиональный инструмент фирмы Bosch и пневматические инструменты, что в разы повышает качество производства и продукции. По окончании каждой операции проходит технологическая уборка опилок и мусора. Все отверстия, выполненные в кузове автомобиля для крепления интерьерных деталей, обрабатываются специальным антикоррозионным составом фирмы Valvoline. Особое внимание уделяется технике безопасности труда бригад сборщиков. Финальным этапом производства является участок проверки ОТК, где мастер ОТК проверяет соответствие автобуса нормативно-техническим документам, комплектацию и качество выполненных работ и составляет акт сдачи автобуса. Весь процесс превращения цельнометаллического фургона в пассажирский автобус занимает от 2 до 7 дней, в зависимости от сложности заказа. Сборкой одной модели от начала и до конца занимается одна производственная бригада, которая несет персональную ответственность за качество. Проведение всех видов работ по дооборудованию согласовано с ООО «Volkswagen Group Rus» и ЗАО «Mercedes-Benz Rus». На все переоборудованные микроавтобусы сохраняется гарантия производителя. В результате покупатель получает российский продукт
немецкого качества. Соответственно, данный товар может участвовать в государственных тендерах и может быть закуплен для нужд региона. Практикуя индивидуальный подход к каждому клиенту, менеджеры компании «Луидор» помогут подобрать нужную вам комплектацию, решат все вопросы, связанные с оформлением транспортного средства, а также предложат удобные кредитные и лизинговые программы с учетом максимальной выгоды для вас и вашего бизнеса. Здесь, с гордостью за работу всей фирмы, говорят клиенту: «Вот ваш автомобиль. Мы действительно отвечаем за его качество».